машины. Стоп, машины. Машины остановлены. Бросьте якорь. Ваше превосходительство! Слушаю. Получена радиограмма. Прибыл со славы. Колчак. Ступайте. Слушай. Кабель подключен! Связь установлена! Принято! Александр Васильевич, есть связь с берегом. Правый борт орудия к бою. Есть правый борт орудия к бою. Орудие к бою! Приготовились! Веси, не вешкать! У аппарата командир крейсера «Слава», контр-адмирал Колчак. Положение критическое! Немцы теснят нас на правом фланге! Я буду координировать сам вашу стрельбу! Квадрат 13! Координаты! 3500, 2200! 3500, 2200! К заряду! Живее! Прицел 18, целик 43! Батарея открыла по нам огонь. И что? Мы теперь мишени, Александр Васильевич. Надо уходить в море. Как тогда прикажете корректировать стрельбу? Остаемся на месте. Проверить, что за связью. Вы меня удивили своим рапортом. Оставить товарищей, с которыми служили... Да, ставьте вы меня, Александр Васильевич, при сложившейся между нами личной ситуации. Какой? Личной. Какой ситуации? И ситуация сейчас одна. Война. Бить врага, исполнять свой долг перед Отечеством. Да. Алло! Контр-адмирал Колчак, слушаю ваши коррективы. Левее 10, выше 5. Левее 10, выше 5!